Жил-был один человек. Жил он в праздности и пороке. Душа его была настолько темна, что люди прокляли его. Даже сам дьявол не пустил его в преисподнюю и в насмешку заключил его темную душу в тыкву. И скитается он в обличии этом по земле, вне времени, вне тела. И только одну ночь является он людям на волшебном балу, когда нечистые силы выходят. Ha ha ha!